Там бегут два тела сверху. Спускаются лютые топики. Ну, не лютые, но топики нормально спускаются, к нам идут. Вниз спустились. Ну, ты прям на них куда-то бежишь. Куда-то туда они отходили. А, они отошли еще? Нет, а я видел, как они за дом забежали, и все, я их потерял. В доме я их не слышу в этом. Они оба, короче, там. Сейчас, если один какой-нибудь высунется поближе. Вот, высунулся, ну. арка. Арка, блядь, сидит прям. Убил. Попал. Убил? Да, он упал. Надо того идти дохуяривать. А, ну это их не база, все понятно. Я думал, все-таки ж нихуя не их не база. База. Надо второго либо убивать. И туда залазить как-то пробовать. Ну как, блядь, второго убьешь, если не вылазит. А, он его перевязывает, понятно, он в Ванкунсе. Сейчас встанет, иди, это, вставай на позицию. Пошел, пошел. Бля, тут зомби у меня. Блять, ну у меня три зомби, короче. Надо убивать. Я убил. Он раненый. Убил. Хорош, подожди, перевязываюсь. Фух, ебать. Блять, как перевязаться-то теперь? Так, берешь бинт в руки и... Я его кнопку мыши. Твою мать, блядь. Обоих убил, что ли? Да. Я пролез здесь сверху. Ну, походу, кто-то был, его убили. Значит, он недалеко ушел. На палатке наверх ушел. Вот он, я же говорю. Чё? Ой! Перебежал, да, уже? Ты стрелял? Да. Где он? Внутри? В коридор вышел. Центральный, да? Да, я попал ему очень хреново. Напротив третьей, в коридоре на первом этаже. А, напротив третьего. Ты гасишь? Да, положил. Опа! У тебя пизда? Нет. Иду к тебе. Откуда стреляли? Из-за забора. Тут просто непонятно, на всякий случай, блядь. Так, все, ты лег опять, я вижу. Он меня спалил вон возле забора. По мне стреляет. А, там их двое, Саня, там. Ты мертвый? Да. Меня другой убил. Один от угла справа, другой слева. Один трассеральник хуячит. Минус. Один.
Второго только по трассерам спалил, блин. А сет у него, так, который ты говоришь, когда точил? Светлый, такой же, как у меня примерно. Ну, он как наподобие кепки был. Убил. Бокс скинутый. Опа, КПП открыт уже. И в КПП чувак есть. И вон и один бьет еще. Один в КПП. Да ты уже хуяришь? Да. Он зашел туда внутрь. Ой, за этот КПП. Он вылез на улице, Саня. Понял. Гаси его. Снаружи. Куда ушел? Я в КПП зашел. Он побежал на угол, откуда мы пришли. Понял. Я отхожу туда. На угол, на разлом. О, зомби мне спасли жизнь. Ты стреляешь, это глушак? Да. Откуда у тебя глушак? Так у меня на АКМ. Так, мне в спину стрельнули, да. Со стороны вроде этого. Как его, блять, разлома. Ёб твой, размен я. И один еще в лесу, в лесополосе, в белом костюме. Да, не вот, да. Вижу его. Блять, давай шоты ему попал, побежал. Просто я... Муа, не игра. Сейчас не удивлюсь, если сейчас еще он меня убьет. Просто будет классика. Лол, он меня даже не видел. Ой, ребята, я же добрый. Мы бежим, мы вперед идем. Неужели он переоделся? Это не тот, был да, белым. Добил его. А ты где умер? Прямо напротив этой. Кто-то вот вижу. Сейчас отведу зомби, расстреляю, точнее. Чтобы вообще бегать не смогу, никер. А точнее, мне сейчас одну тычку, я умру. А, он не прыгать, ему может даже меня. А чем мне лечиться, бро? Скажешь? Не. Да, залутал, прикинь, которого я убил. Кто? Да тот чувак, который охуевший слишком. Есть такие люди охуевшие, блядь, знаешь. За эту, сука, наказывать их надо. Не свое, блядь, не трожь, блядь. Ебать, тут еще, короче, стволы. Я не знаю, куда столько.
А, это его брат, походу, он тоже белый сет был. Я, короче, все несу в одну охапку, блядь. Байта хитаков, блядь. Ебаный в рот. Меня к этому жизнь не готовила. Ты ж ёпть, меня убили. Чё, кто-то что ли там был? Да, которого я первого сам увидел, долбанного туриста. Он, короче, пошёл меня. Это был другой. Блядь.